Игровой портал Невасов.ру представляет лучшие игры недели. Невообзор. Всем здравствуйте, меня зовут Юля, и сегодняшний выпуск обзора мы посвятим... Подождите, сейчас... Вообще, забывчивым людям лучше всего живется в маленьких городках. Если вдруг что-то забудете, соседи всегда напомнят. И про вас, и про ваших общих знакомых. Именно поэтому в таких городках очень удобно раскрывать преступления. Джейд Руссо. Тайна аббатства Святого Антонио. Обзор представляют Иринка и Джиневра. Инспектор приезжает в итальянскую деревушку в надежде забыть неприятные события своего прошлого. Но поездка не заладилась с самого начала. Девушка чуть не погибла в лавине, потом ей отказали в ночлеге, да и начальник явно не собирается щадить новенькую. Вместе с героиней вам предстоит принять участие в настоящей детективной истории и выяснить, какие тайны хранят стены старинного аббатства. Изюминкой игры являются диалоги персонажей. Вы сами можете выбирать варианты ответов. Джейд придется ответить на непростые вопросы. Можно ли доверять новому напарнику? Как вор выбрался из полицейского участка? Какие отпечатки являются абсолютно идентичными? И как расставлять доказательства в хронологическом порядке? Помогите Джейд в ее борьбе с преступным миром. Как вы уже, наверное, догадались, сегодняшний обзор посвящен проблемам с памятью. И следующая игра называется... Подождите, а как она называется? А, что-то там было... А вверху... Нет, а низу, а перед... Азада. Обзор представляет Джиневра. Завязка игры особой оригинальностью не отличается. Герой приходит в себя в совершенно незнакомом месте. Рядом лежит записка, в которой нет ни объяснения, а мольба о помощи. Таинственный пленник Титус просит освободить его из магической ловушки. Для этого нужно решить целую бездну головоломок самых различных жанров. Азада – это настоящий подарок для любителей и ценителей логических игр. Здесь вы найдете и поиск предметов, и составление пазлов, и упражнения на память и внимание. На прохождение каждой главы отводится определенное количество времени. И, внимание, использование метода научного тыка жестко пресекается. Шаг за шагом вы будете приближаться к цели, чтобы узнать историю Титуса. Забывать некоторые факты бывает полезно для здоровья. Представьте, что вы работаете спецагентом и неожиданно попались. В этом случае, если вас вдруг будут пытать, потеря памяти может оказаться очень кстати. Трилогия «Падение», глава 2 «Побег». Обзор представляют Крякша и Коля Шахторин. Еще недавно герой думал, что выход близко, а потом снова падение. Какой-то подвал и телефонный звонок. Джон узнает, что его цель – 13 этаж, где надо найти какое-то лекарство, потом секретную информацию, и только тогда станет возможна долгожданная встреча с семьей. «Кто же я, спецагент или вор?» – размышляет герой. «Нам предстоит помочь ему». Для этого перемещаемся по зданию и собираем необходимые предметы. Во время прохождения предстоит починить лифт, расшифровать формулу, настроить кондиционеры и множество других не менее интересных занятий. Сюжет затягивает своей непредсказуемостью, игру хочется непременно пройти до конца. А восхитительная графика, атмосферная музыка и потрясающая озвучка только усиливают это желание. Не забывайте, что все игры можно скачать абсолютно бесплатно. Пробуйте, выбирайте и помните, хорошего много не бывает. Невасов. С игрой по жизни. Бык-тупогуб. Здравствуйте, меня зовут Бык-тупогуб. Сегодня я буду тупить губу. Сценарий забыла. У меня. Отдай! Я дам. Станиславского. Потом так брыдыщ, брыдыщ, брыдыщ и потом заново. Все.